Блин, сейчас, секунду, ребят, зайду снова. Нет, я сегодня поехала за вещами. С Женей мы не общаемся. Приветики всем. Блин, кстати, я не успела, прикинь, в магазин зайти. Велене я, может быть, напишусь. У меня просто очень много пакетов. Я сейчас уже на поляну поеду скоро. Сейчас еду дождусь. Нет, с Женей я не общаюсь. Парни? Какие парни? Я дома у себя. Потому что директ завален. Что за дудка вот такая вот? Жду роллы. Почему одна? Потому что я домой ездила за вещами. Я думаю, что Женя будет с Крис. Полинка, что там на поляне хоть? Джордан, ну да, думаю, да. Мне подарили. Я дома сейчас, поехала за вещами. Блин, она так на самом деле жестко курится, мне не нравится. Мне 22. Нет, я на выходном, ребят. Да, я заказала еду, кстати. Блин, как дома кайфово. Может, остаться и к нему приезжать? Постоянно тырю, я забыл, где дома. Представляю, с тем, с кем же знаком. Приходи ко мне на концерт с этим фейк дерьмом. Короче, чилю дома. Да, зеркало вообще охрененное. Яна на выходном сейчас. Блин, у меня такой свет ужасный. Одна живу. Снимаю. Германия, привет. Блин, дайте-ка сниму. Я, конечно, на собаку похожа. Блин, я, кстати, забыла взять зарядник. У меня очень мало процентов, я не знаю, что делать. Да, Крис вернулась на проект. Да, на провод я нашла какой-то. А вот вилку я не знаю, где найти. Упс. Не знаю,
нужно мне найти вилку. Рост у меня 168 где-то. Не жрать, как похудеть еще? Ну, как не жрать? Новости на поляне, да? А, честно говоря, ничего интересного. Хочется движа. Как на поляне толстеть? Вот я не знаю. Вот я потолстела, поэтому с меня пример точно брать не надо. Жру все, что не приколочено. Блин, мне нужен зарядник. Я не знаю, что делать. Дом свой. Блин, у меня такой бардак, ну, короче. Электронку сейчас я взяла, по-моему, с ириской. О, победа. Надеюсь, что мне будет заряжать сейчас. О, супер. Нет, я снимаю квартиру. Беларусь, Украина или Польша? Я не была ни в одной стране из этих, поэтому не знаю. Соленый, да, нормально общаюсь. До проекта, да, много чего интересного. Аня с Лёшей нет, не вместе. Да, Лёша ушел с проекта. Конечно, смогла бы переехать. Я не привязываюсь к городу. Про треугольник согласна. Но сейчас я уже все выхожу из этого. Из этой тусовки. Буду заниматься саморазвитием, творчеством. Флирта уже ни с кем нету на поляне. Да, я понимаю. Тоже не хочу курить, но курю. Можно бы было ради кого-нибудь бросить. Я понимаю, что надо ради себя, но... В Брянске ничего с папой. Из Тюмени. Нет, сигареты не курю. Спасибо большое. Спасибо. Блин, как я скучала по музыке, вообще на проекте очень не хватает музыки. Спасибо. Да, на самом деле жалко Лёшу, он классный. Я за вещами поехала, скоро на поляну вернусь. Сейчас дождусь роллы. Да, Женя с Крис. Спасибо.
вы видите в эфирах. Ей желание дома остаться. Да, у меня есть права, но машины нет. Пообщаться лично можно, но я редко бываю в городе. Уходовой какой косметикой? От клиник в основном. Одна снимаю, мама в другом городе живет. Да, без пиццы будет очень скучно. Ромашка с Крис. Переписываться. Просто дело в том, что у меня директ завален, и мне очень сложно найти ваши сообщения. Не знаю, кто будет пиццу угощать. Я вообще люблю покушать. Не знаю, вот как будем жить без пиццы. У меня вещи хранятся в квартире. Когда достойный парень придет. Вообще пока хочу саморазвитием позаниматься. А, блин, я забыла купить сегодня книгу. Очень жаль. Да, я пищевая проститутка. Да, Лёшку жалко, но ситуация была неизбежная. Я психологию люблю в основном. Сейчас хочу почитать что-нибудь про общение. Честно, не знаю, кто курит вообще сигареты, по-моему, даже никто. С Беном нет, не рассматриваю отношения. С какой сестрой? У меня вроде нет сестры. Я мало высказываюсь на лобных и плохо разговариваю. Переписку нет, не читали, она в эфире есть. Блин, ребят, все увидите в эфирах, я не могу распушать информацию. Вы же понимаете. Елена, да, покинула проект. Я дома. Песня, блин, я не знаю, какая песня играла. Я не на поляне сейчас. Привет. Кэнни Вест. Да, Лёша, какие не проект. Почему люблю розовый? Не знаю. Почему-то люблю. Миленький. Я домой поехала за вещами. Привет, ЕКБ. Нет, я не ушла. Хотя хотелось бы. Скоро увидите, как я там вещи собирала с чемоданчиком. На Ютубе нет у меня канала. Я не снимаю ничего. Типажом, похоже, с Кристиной. Не знаю, что у нас общее. Бен ни с кем. Я так хочу спать, у меня глаза закрываются. Спасибо. Да, я хотела уйти. Вчера пыталась даже на лобном это сделать. Но все безуспешно. А, приветики.
Не сплю, я домой поехала за вещами. Сейчас поеду на поляну, скоро роллы дождусь. Даня не придет на проект. На сколько? Да на пару часов. Блин, обожаю этот конец. Кушать не пошла, домой заказала. Блин, второй раз трек, ну ладно. Блин, наверное, генетика, потому что со спортом я что-то вообще завязала. Блин, надо пойти все-таки в зальчик. Хорошей ночи тебе тоже. В Москве. 6 месяцев уже. Офигеть, 6 месяцев я живу в Москве. Пока, ребятки, не могу совместно зайти. Я вообще не конфликтный человек. Я, мне кажется, слишком равновешенная. Что бы мне ни делали, я слишком спокойная. Смотрите, ребятки, все в эфирах. А, потому что, возможно, нельзя добавлять людей в прямые эфиры. Недавно узнала эту информацию. Встреча с фанами, да, обязательно как-нибудь устрою. Мне кажется, у меня пока слишком мало фанов, чтобы устраивать встречу. Нет, на поляне мне пока никто не нравится. Спасибо за ваши лайки. Проорать. А-а-а-а! Да, можно, конечно. Нет, у меня... Ну, у меня есть квартира в Кирове. А в Москве я снимаю. Спасибо большое. Не отвечаю, да я отвечаю вроде, пытаюсь на все ответить. Лёху вернуть, честно говоря, не знаю, это не от нас зависит. Нет, я не расстроилась, что Крис вернулась. С Сэмом не общаюсь. Да, зубов очень стесняюсь. Я уехала домой сейчас. Фан встреч с другими городами, даже странными. Блин, было бы круто, я бы очень хотела сделать такую фан-встречу в городах или в странах, но мне нужна большая аудитория, а пока что, мне кажется, мне очень мало подписчиков. Натянутые отношения, ну вот с Кристиной. Нет, мама в Питере у меня живет. Яна на проекте. Спасибо. Нет, я не накручивала подписчиков. Когда я пришла на проект, у меня было 5 с чем-то тысяч. Спасибо, Казахстан. Очень-очень приятно. Очень хочу побывать на самом деле вообще во всех городах, странах. Это же очень круто. Да, я знаю, мне нужны брекеты. Надо накопить. Да, Аня. Странно все с зубами. Нет, Адеев не Саня. О, с Яной, ну, честно говоря, да, меньше стали общаться. Да, верю. С Адеевым, а что с ним? Все нормально. Выходные, ну, вообще, как бы, как таковых нет выходных, только по делам съездил.
Нет, с Кристиной я как бы вообще практически не общаюсь. Да, она поддержала, и надеюсь, что буду поддерживать с ней связь. Хотела уйти, потому что за проектом есть планы. Спасибо большое. Я бы не сказала, что я мудрая. Да, обожаю розовую. Я за спиной не флиртовала, это было все открыто. Блин, я музыку не могу переключать из-за эфира. Поэтому будем слушать все, что там льется. Из-за застенчивости? Да, нет, я думаю, не дело. Ну, за периметром, скажу вам, у меня больше перспектив. Даже не в плане отношений, а просто. Раскрутиться? Да я бы не сказала, что я какая-то раскрученная. Крис и Женя, да, вместе. Музыку? В Spotify или в ВК? Блин, хочу посмотреть, где моя еда, но у меня опять сбросится эфир. Мне 22. Во внешности зубы и зрение откорректировать. Не знаю пока что. Без понятия, что такое. Без макияжа мне пишут, что я страшная и прыщавая. Нет, я на выходной уехала. Голодай. Меньше общаюсь с Африкой, не знаю, так получилось. Но она сейчас болеет, поэтому наладим общение, все хорошо будет. Трек-лист? Да нет, нет любимого, я так вообще слушаю все. С прыщами от Клиник есть очень классный лосьон. Я вот им протираюсь. А когда выскакивают прыщи, это вот самый простой, это циндол или борная кислота, блин, из аптеки. На лобном, блин, я не знаю, я очень мало разговариваю на лобных. Вот это моя проблема. Петь? Нет, не умею. Нет, я не расстроилась, что Жене не получилось. У нас были непонятные ситуации, в которых мы друг друга разочаровали. Любимая ведущая? Мне Кадош нравится и Черкасы. Нет, в лице ничего не меняла. Да, в директе я отвечаю, просто очень медленно это делаю. Нет, кстати, я не знаю, что Алена натворила. Не успела сегодня с ней особо болтать. Обратно, вот сейчас дождусь роллов, покушаю и поеду. С Аленой, ну, не то чтобы близко, но хорошо общаемся. В отношениях, честно, не знаю, в каждых отношениях по-разному. Нет, сегодня на поляну поеду. Я телец. Спасибо, Казахстан, обязательно когда-нибудь доеду. Бузовой, да, никак вообще не отношусь, не думаю, на ее счет. Да, мне пофиг на периметр. Да, с Яной общаюсь. Увидите, кто полетит. Я хочу тебя узнать, я торчу моему за. Наташа, да, устала, поникла, не с кем было общаться. Я хочу тебя узнать, я. Да, вещи хранятся здесь. Нет, Кристина не цепляет меня.
ко всему, ко всему. Не трать нервы, ты же помнишь. Любимая группа? Да нет, группу любим. Где я? Переходов. Нет, Кристина с Глебом не полетят. С Яной, да, дружим. Я просто не вступаю в чужие конфликты, не знаю почему. И в конфликте с Аленой Яна тоже была не права. Нет, ВК мне нет. Со всеми хорошо общаюсь, ну, кроме Кристины. На проекте сложно. Да, ну, не заходите тогда, скучно. Наташа ушла, потому что устала, почувствовала себя одинокой. Ромка, да, он красивый парень, хороший вообще, крутой чувак, но мало инициативы и, не знаю, мужественности какой-то. Да, камера снимает 24 на 7. Привет всем. О, да я не терплю оскорбления, просто не обращаю внимания. Я не конфликтный человек, я не люблю, короче, вот эти все драки, конфликты, ссоры. Что была история? Я на выходной поехала. Они покинули проект. У меня нет любимых песен, я слушаю просто все новинки. Я надеюсь, очень хочу вырасти. Волшебство, да. Ну, камера отворачивает. Нет, я не в отношениях. Дагестан, да, хотела бы. У Ксюши сейчас, наверное, сложный период в жизни. Потому что это реклама. Почему не тусуюсь? Завтра конкурс. Нет, я не спала с Адеей. Камеры, да, они, в принципе, удобно расположены. Из парней никто не нравится. Кыргызстан, привет! Да, маникюр мне очень нравится. Дружу по расчету? Да я вообще не дружу по расчету.